просто лучшее место для жизни. Этот полуостров входит в рейтинг самых посещаемых туристических мест. Некоторые приезжают сюда в надежде увидеть море везде, а многие рассчитывают прокатиться на метро в крымской столице. Сегодня легенда такова. Я впервые приехала в Крым, и по моим представлениям, столица полуострова не может существовать без метро. Это же столица. Как следует замаскировавшись, я стала искать тех, кто ответит на мой чудной вопрос. Где же все-таки метро? А здесь и нету метро. Подземные только переходы есть. Нет? В Симферополе метро нет. Потом... Как это в крымской столице нет? Нету. Я просто из Казани приехала, у нас там все в столице и метро есть. Нет, а как здесь люди передвигаются? А куда вам надо, например? Мне сказали, что с центра можно уехать на метро куда-то в сторону там Южного берега. Нет, девушка, нет? Здесь метро нет. Обманули меня? Обманули да? вас, наверное. А как вы вообще передвигаетесь тогда? Маршрутками. Маршрутками? Да. Так это ж долго. Нет, у нас небольшой город. Самое большое расстояние 40 минут. Из конца в конец. Ничего а себе. Куда вам надо? Мне сказали, что с центра можно на метро уехать. Люби и знай свой край. Такой ответ меня очень удивил. Где? Метро или метро? Я даже не знаю, я приезжаю. А откуда вы? С Раздольного, вот оттуда. Ясно. Вы не в курсе, да? Я издалека, я даже не знаю. Вы же не знаете? Это надо всем, кто в Симферополе живет, потому что... А на чем вы на автобусе, да, ездите в Симферополе? На метро ни разу не ездили? Ни разу. Все так и хотят чем-то помочь и куда-нибудь отправить. В Крыму метро нет. Нет метро. Метро не слагается. Есть магазин метро. А как люди передвигаются? Это же все-таки а вот большое количество. Автобусы. Все, заберется. А что, в Казани есть метро? Конечно. Казань – это столица. В Крыму нет метро. Да вы что? Как это так? Троллейбусы. Вы, наверное, спутали. Троллейбусы есть. Идут на ЮБК. Очень странно. Никогда здесь метро не было. Здесь пароходы, просто... корабли, самолеты, что еще есть? Такси есть. Такси есть, автобусы есть. Самый хороший вариант, да? Вот с Казани. Пришлите строители, пусть нам построят метро. А вы тоже с Казани? Не похоже, что вы не похоже, да? И... Не похоже, нет? Ну, вот так вот бывает, что а не похоже. А как вас? Да это не важно. Так на чем мне можно вообще уехать тогда? Куда? Ну, поехали на Южный берег. Пожалуйста. На автобусе. Ситуация однозначная. Не нашлось тех, кто отказался бы идти мне на помощь. Большинство, конечно, широко улыбнулись, услышав мой вопрос. Но ведь на это я и рассчитывала. Вашу помощь и искренние улыбки, дорогие крымчане. Шутки понимаете, вот и замечательно. Спасибо, что откликнулись и собирались мне куда-то отправить. Я остаюсь в Крыму.